Че это? Здравствуйте. Вы бух упали? Да, немножко. Спасибо большое. Спасибо. Я Дина. Меня зовут Игорь Пырваев. Очень приятно. Очень приятно. Привет. Что ж вы, Игорь, так неосторожно? Да, представляете, позавчера сломал ногу, но не стал отменять интервью. Это плохо, у меня самой была нога поломана. Это больно ужасно. Скользнулись? Да, упал с лестницы просто. Болит, да? Может, обезболивающее выпить? Да пока не надо. У меня намечен укол на чуть попозже мне сделают. Начнем программу. Начнем. Что, у вас там какие-то секретики, подарочки? Да, это талисман, я без него никуда. Ой, мило. Мужчина с талисманом, это так смотрится прям. Можно на чайник? Обязательно. Против? Я таких мужчин давно не встречала, чтобы у них были такие талисманы. Потому что вы со мной должны поговорить о моей личной жизни. Потому что если вы не поговорите со мной... У меня не было таких планов. Правда? Но судя по вашим глазам, мне кажется, наоборот. Вы можете сделать мне укол? Ну, вообще-то я врач по первой специальности, поэтому я могу вам сделать укол, конечно же. Вот, но я не возьмусь его делать, а вы даст... Это не проблема. Давайте. Обезболивающее, хорошо. Она вам его немного, надеюсь, делает? Она делает всю ампулу. Нет, всю ампулу понятно. А куда она вам его делает? Непосредственно в нижнюю часть спины. Нижнюю часть спины. Но я вам сделаю в ногу, реакция будет той же. Вы считаете? Уверена. Конечно же, я не буду вам делать вниз спины, потому что это неэтично перед камерами делать такое. Ногу я вам сделаю, честно говоря, с удовольствием. Чего ж тут скрывать? Знаете, как же любила, когда мы учились там, мы же все время тренировались на кроликах. Я людям, правда, никогда укол не делала, мы на кроликах тренировались. Вы не делали людям? Нет, не делала людям. Но я же не доучилась, я только первый курс мединститута закончила. Да? Угу. Может быть, тогда не будем? Нет, будем. Вам двойную дозу или одинарную? Я думаю, там вот чуть-чуть прям достаточно. Чуть-чуть? Ну, давайте, задирайте. Может быть, все-таки... Ну нет, ну как, неудобно, вы как бы ваша телевизионная карьера на этом, поверьте мне, замкнется на том, что я сделала укол в попу. В ногу нормально. Ставьте вот так вот, как бы этой стороной, не бойтесь. Это не страшно. Может быть, я давайте кенгуру укушу тогда, чтобы не кричать. Вы готовы? Это больно, это страшно. Делаю. Только зачем вам в эту ногу укол? Я не понимаю, если у вас обезболивает, если болит та нога. В ту больно. То больно. Мне уже больно. Это хорошо. Значит, живой. Делать? Когда я смотрю, понимаю, что вам реально борода придает трогательность. Вот я не знаю, да, абсолютно. То есть, если вы сейчас у меня попросите в долг... Я думал, что я крутой мужик. Ну, вы крутой мужик, потому что вы трогательный, вам хочется помочь. Может, вам денег дать там или что-то вам надо, я не знаю. А у вас есть с собой деньги? Да, у меня есть с собой деньги. Можете мне дать какую-нибудь монетку или банкноту? Могу дать какую-то банкноту и монетку. Смотрите, какая классная штука. Ой, какая классная, правда, штука. Этим стригут барашек, как мило. Какой вы трогательный. Дайте я вам тоже что-нибудь хорошее подарю. А давайте я поищу, чего вот вы достойны в моей сумке. Женщины, как розы. Час настанет, цветок распустится и вновь завянет. А вы жалеете березы? Вы знаете, я не считаю вообще как бы это качество нужным развивать в себе. Вас раздражают глупые мужчины? Угу, угадал. 1-0. А если мужчина глуп, но хорош собой, вам такой понравится? 2-0. Опять угадал. Ножницы, бумага. Раз, два, три. Я вас режу. Вы меня режете. Я вас летите. Я же вам не зря об этом сказала. У вас руки потные, значит, вы добрый. Я просто очень волнуюсь. Нет, вы просто добрый. Вы считаете? Я знаю.